С 29 августа Министерство сельского хозяйства Калмыкии начнет прием документов для предоставления субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на приобретение технических средств контроля. Заявки будут приниматься до 26 сентября по адресу город Элиста, улица Намтоочирова, дом 15, Министерства сельского хозяйства Республики. Более подробную информацию можно получить на сайте, адрес которого вы видите на ваших экранах.